Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Все, что вы ищете о знаменитых турках, здесь. Энгин Акурик сделал эмоциональное заявление, выразив тоску своей семьи по внукам. Социальные сети и пресса широко распространили это искреннее заявление знаменитого актера. Во время интервью Акурик сказал: «С каждым днем я все больше и больше чувствую тоску по своим внукам в моей семье. Я скучаю по ним, когда не могу быть с ними вместе, и это глубоко меня трогает». Это заявление еще раз показало, какое значение знаменитый актер придает семейным связям. В то время как журнальный мир внимательно следил за эмоциональным заявлением Энгина Акурека, фанаты также получили возможность лучше понять особую связь известного актера со своей семьей. Эти искренние признания Акурека показали, что он не только актер, но и семейный человек. Это эмоциональное заявление тронуло сердце зрителей и подписчиков и вызвало широкий интерес в социальных сетях и на новостных сайтах. Это искреннее признание Энгина Акурека о своей семье и тоске по внукам отправило его поклонников в эмоциональное путешествие и еще раз подчеркнуло любовь к человечеству знаменитого актера. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.